Казаки – это патриоты нашего Отечества. Я рад за наших казаков анапских, потому что мы, ну, скажем так, лидеры в кубанском казачьем войске. Это не громкие слова, это про нас говорит и атаман войска, и атаман отдела. Поэтому будем стараться еще лучше служить на благо нашей Родины, на благо наших граждан. Я от всей души поздравляю жителей города-курорта Анапа, а также гостей нашего города с наступающим Новым годом и с Рождеством Христовым. Желаю, естественно, самое главное в нашей жизни – это терпение, мудрости, ну и, конечно же, всем здоровья и радости.